12:15 в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов. У нас в гостях председатель Верховной Рады, спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Здравствуйте, Владимир. Я хочу сказать, что нам нужно, наверное, более глубоко посмотреть на сотрудничество в этой сфере. Посмотреть таким образом, чтобы газ не был товаром политическим. Очевидно, мы должны исходить из того, что у нас была когда-то единая газотранспортная система, как ее использовать. Очевидно, с украинской стороны не должна демонстрироваться некая сервильность. Мы должны получать экономический результат, прежде всего. Очевидно, мы должны вернуться к разговору о консорциуме. Мы, очевидно, должны вернуться к взаимным переговорам по поводу того, чтобы Украина на соответствующих прозрачных цивилизованных основаниях получила доступ к разработке месторождений. Ну, старая история. То есть это вопрос о совместной собственности. Я бы очень не хотел, чтобы мы Новый год, я имею в виду украинская делегация, встречала возле Газпрома. И второе, чтобы люди не страдали, чтобы не было демонстрации, как закручивается вентиль газовый. Ибо народ же не будет разбираться, кто виновен. И это даст основание навеивать людям мнение о том, что отношения плохие, к нам плохо относятся. Я хотел бы сказать, что в этом вопросе, в нынешней сложной, непростой ситуации на стороне России я бы продемонстрировал, кроме всего прочего, и великодушие. Отпустим. Спасибо большое. Спасибо большое. А то вы вообще будете только слушать. Извините, Спасибо. Реклама. Дорогой Дедушка Мороз.